Друзья, всем привет! 2 августа 2023 года, и сегодня поставили нам наконец-то обновление, которое называется Astakan's Temple. И сейчас я хочу показать вам и рассказать о трех промокодах, которые необходимо активировать, потому что если вы этого не сделаете, то 4 августа уже будет поздно. Погнали! Выбери свой путь в Lineage 2 Essence. Объединяйся с другими игроками и участвуй в масштабных сражениях или играй в одиночку. Штурмуй особые зоны и расправляйся с боссами без поддержки команды. В Essence каждый класс независим. Даже целитель может дать отпор врагам. А от рутины поможет избавиться автобой. Сэкономь время и сохрани силы на подвиги. Играй так, как тебе нравится в Lineage 2 Essence. На Фогейме. Итак, друзья, сейчас расскажу о трех промокодах. Откуда же они взялись? Давайте переходим в лаунчер. Значит, смотрите, здесь у нас много чего понадобавлялось, сейчас это разбирать не будем, но вот то, что нас интересует, это вот, видите, здесь ранг А, паша ВВП, стрим во время профилактики, точнее установки обновления, Astakan's Temple в прямом эфире, паша ВВП раскроет три уникальных промокода, то есть вот эти три промокода необходимо ввести до 4 августа, иначе потом уже их не ввести, подарков вы не получите. Заходим в ваш профиль. Дальше переходим в коды. И здесь у меня коды. Вот, пожалуйста, все три кода. То есть копируем. Я еще не вводил. Сейчас при вас попробую. Да, все. Вот сейчас получилось. Выбираю свой сервер. Активировать. Смотрим, что же нам дали. Купон на заряды души 100 штук. Сертификат на особое снаряжение 30 штук. То есть, ну, в любом случае, да, как бы сертификаты на особое снаряжение, вот, то есть, и можно из них сделать плащ защиты, пояс дракона, то есть, очень много чего, кстати, у меня такое ощущение, что даже, смотрите, даже агатионы, ну, все, что необходимо, подвеска инхасад, единственное, конечно, здесь для чего-то необходимо не один сертификат, а вот 10, например, пояс дракона, 2 сертификата, то есть, в любом случае, неплохо. И также дали нам купоны на соски. Давайте тогда сейчас вводим второй код. Копирую другой код. И что здесь нам дают? Свиток, модифицировать атаку 100 штук. Фрагмент руны развития. Кстати, она, по-моему, по 1 кк стоит. То есть, как 100 кк, да. Свиток модифицирует защиту. Сертификат снова на особое снаряжение 50 штук. И печенье покровительства 100 штук. Ну и сейчас посмотрим, что дает нам тогда третий купон. Точнее, третий код. Ru Let's Play. Копировать. И здесь у нас, смотрите, отлично, порошок, эликсир, аж целых 10 штук. Забираем. Камень продления времени забытого сада 2 штуки. Храм от стакана 2. Башни дерзости. И упаковка красный свет сейчас целых 400 штук, ребят. То есть не проморгайте вот эту тему. То есть если вы не в курсе, если вы не были на стриме, да, во время профилактики, то вы могли вот эту тему пропустить. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!